учимся в каких-то учебных заведениях, чтобы мы могли, как бы мы должны и могли преподать и быть миссионерами на том месте, где мы живем. Поэтому всем я вам желаю плодотворной работы, чтобы меньше сна, больше действий, больше дела. И самое главное, чтобы вам это все пригодилось, чтобы вы потом могли это воплотить в жизнь. Все, спасибо большое за внимание. Два дня. Очень печально, если кто-то сегодня на спорте нет, потому что команда уже не полноценная, но она все равно была. Елизавета Минькова, пожалуйста, чтобы тебя все видели. Ее команда Кутепова Марина. Вот. Еще у нас есть одна мамочка, Наташа Сорокина, Наташа, выходи. Ее команда вторая. Это Шишкина Александра, Наталья Березова, Якушова Соня, Владимир Демченко, Гузенко Мария, Калышевская Ульяна, Лунина Елена, Шарыгина Ирина. И ваша мама. Мама Наташи. Итак, давайте мы начнем. С чего вообще стоит? Чтобы они все были чем-то заучаствованы. Тогда они поймут, что они на что-то способны, и это поспособствует их желанию. Полезно. Это правильно. Заинтересовать. Заинтересовать. Значит, что вам интересно, да, вот так вот начнем. Потому что если ты к спортсмену пришел и начинаешь разглагольствовать о любителях книг, ничего, да. Все. Не знаю. Все. Тупняк. Как еще мы можем завлечь? Давайте подумаем. Если ты придешь, то дадим тебе конфеты. Когда проходит что-то такое интересное, у нас вот именно после каких-то мероприятий к нам приходят люди. Можно оповестить народ. Люди некоторые заходят попробовать посмотреть, что происходит, увидят это и... Пригласить на мероприятие. Может, даже с ним будет провести? Поздравление человеку от души. Что самое главное? Указать в этом поздравлении. Значит, мы желаем им Божьей помощи. Мы желаем... Понятно. Мне понравилось, я говорю, ты сейчас уплю. Иди сюда! В исследованиях, которыми я занимаюсь, сейчас всегда это приятно с кем-то поделиться. Мы вспоминаем эти события, истории недавности. Вот это, наверное, в истории какой-то срок очень значимый, 100 лет. Супер значимый, но деньги на нее не дадут, пока юбилей не подойдет. Вот подошел юбилей, стал освещаться. И получается, что у нас есть такой как бы волшебный фонарик, который нам вот из тьмы веков, может быть, об исторических связях здесь говорить, может быть, еще рано, представление, спасибо за представление. Но я понимаю, что то, что известно, то, что вот сейчас, то, что и таких из законченных его решений, из решений состоявшихся, мы можем сказать о том, работал год, даже 13 месяцев. И, конечно же, заработал... Не парки, а занимается тем, что... Вот. В клубе. Да, скажите. Православное молодежное объединение мы решили назвать не клубом, а завет, организован такой сегодня. Активные. Те, которые неравнодушны. Ребенок дарил бабушку до инфаркта. Весь день, ходя за ней и причитая, молись и кайся. Как выяснилось, он просто хотел мультик. Их оберегал, защищал. Ну, в принципе, актуально. Так, где брать с собой? Любовь, нежность, веру и доброту. А это уже забрали с собой очень хорошие качества. Ты их спрашиваешь, а вы считаете аборт неубийство? Идет аборт? По которому дали, не обессудьте, потому что... Все, да? Спасибо руководителю слов. Мы еще попробуем с вами периодически воплотить в жизнь то, о чем я буду говорить. Но не постоянно, а очень временно. Руководитель миссионерского отдела в Рыбинской Новоаннинской епархии. Сидящие сейчас передо мной все являетесь самыми настоящими миссионерами. Но вы...
как православные активисты обязательно должны знать позицию церкви по отношению к этому. Обязательно должны четко представлять себя для того, чтобы в любой момент ответить. Вы можете его не смотреть, если не хотите, но знать, о чем этот фильм, как он был, кем он был снят. Когда Библия же каждый такое, сказать, не было печати храмовой на ней. Вот не будут ли вот такие же миссионеры и человек? Ага. Для того, чтобы понять, можно или нельзя, есть такой протоиерей Илья Шугаев, который, допустим, написал книжку, и в ней есть, книжка называется «Одинация на всю жизнь». Кому интересно, почитайте. Интересное пособие. Никакого пособия. Ну, вот это сейчас все будет. Еще одна. Научить чему-нибудь другого. Тому, вот что он умеет. Стоп. У каждого еще будет раз, на это 15 минут. Научить кого-то... Вот... Научить своего подопечного тому, что он умеет. А мы каждый, каждый должен. А чтобы понять... 15 минут, потом вы будете учить уже своего подопечного. Все, маленький кружок. Вау. Нет, блин. Так. Ну ладно. Ой, я просто не ожидал. Что-то новое можно. Нет, совершенно. Нет, мы петь, мы не умеем слушать. Правда? Мы, во-первых, не то, что другого не можем послушать. Мы даже сегодня поучимся немножко друг друга слушать. На свете. Как вы думаете, что можно? В организации. Люди. Команда. Команда. Что нам нужно для слёта? Первостепенно. План. План мероприятия. Нет, то место, где мы будем его проводить. Не проводится. Мы с организатором потом зарастем. Видео оператор и Оля, которая всех отправляет. Квест, посвященный Дню народного единства. Все, квест на организации. Больше думать надо. Дальше. То, что мы будем. Вот видите, у нас получается. Мы там написали, мы в принципе нагрыз образом публикации расширили. Просто школа, ребусы и дом культуры тоже конкурс. Также у нас будут маршрутные призы. Да, если вы позаботитесь. И в конце... Теперь мы делаем прыжки.
выбор. Раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз. Отче наш, и жизнь на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе. Раз и медленно переводите, вот он фокус идет, раз и на Оле, а там угу. Сзади будет прям ну замыленно, это какой-то, если маленький объект, такой интересный эффект получается, вот, чтобы показать два, например, два объекта в, ну, в одном видео, в одном кадре, ну, можно использовать такую вещь. Не, ну а что вы вот делаете, когда это направляете? Ну вот здесь вот это зум, вы приближаете, отдаляете, а вот здесь кольцо, ну это в принципе, есть кольца, например, вот здесь они могут быть, вот, ну это надо просто покрутить, тут обычно два кольца, вот один зум и другой фокус, вот, и также это можно использовать даже, ну садитесь, спасибо. Там штучки по 5 миллионов сделаны. Кто пришел на клуб, допустим, крутим, сегодня ты, да, с проблемой, у нас есть проблема, с посудой. И с обедом, со жрачкой, они все едят, они боятся разговаривать, они чмокают, сидят, еще по бокалу, тыщ, ложкой, вот, ну, не пластмассовый. Спасибо, вы попробуйте, я надеюсь, получится. Есть еще вопросы какие-то? Ну, по-любому есть, давайте, не стесняться. Вот там вчера спрашивали, как там детей в 10 лет, что с ними делать. Руководство. У меня не получается ничего. Во-первых, да, у нас проблемы с руководством. У нас нет общего языка именно с священником. Мы даже не знаем, ну, как бы... Вы не знаете даже, что у нас ни в коем случае не лучше стелса. И чтобы ржавый был, и цепь светала. И кидали скрипели. Это видео. Это ручками ему машут. Нас всегда обманывают. Пищи, пищи. Это фото. Пока. Пока. Я всех люблю, люблю, люблю. Хромосомку дайте, хромосомочку.